Ну, а мы продолжаем играть в StarCraft. Всем доброго времени суток. Послушаем Дехака. Думаешь, оставшиеся главы стаи присоединятся ко мне? Они камень, дерево, гора. Они встанут на пути ветра, чтобы стать сильнее. А ты? Я река. Я обойду препятствия, чтобы получить эссенцию. Ну, по тебе сразу видно, что ты река, конечно. Теперь главы стаи ничего не могут противопоставить Рою. Они собирали эссенцию тысячи лет. Они ослеплены, но не глупы. Конечно. Так, опять с этим поговорим. Ты злой? Ты не родилась. Теперь ты глава стаи, и сила твоя безгранична. Кажется, я могу раскалывать планеты. Стала ли ты равной Амуну, который когда-то управлял тобой? Он никогда не управлял мной. Я ощущала влияние. След тьмы, которая давно отступила. Амун погиб до того, как меня заразили. Надеюсь, потому что он правда мог раскалывать планеты. Все новые подробности узнаем так. Из США расскажи нам от что-нибудь. От тебя исходит столько силы. Больше, чем когда-либо было у королевы клинков. Все стало по-другому. Спасибо, спасибо. Раньше я всегда могла слышать Рой, управлять им. Но сейчас... Я и есть Рой. Я его чувствую. А-а-а. Я сама Рой. Как предсказуемо все. Поговорим с нашим дорогим товарищем. Ртом. Ну-ка. Цепочки генов изменились. Перестроены на базовом уровне. Сильнее, чем королева клинков. Генетическая структура сложная, но гармоничная. Совершенно другая. Да, я другая. Я не подчиняюсь никому. Когда артефакт Зелнага вновь сделал меня человеком, он очистил меня от влияния Амуна. И это позволило мне стать чем-то большим. Взять образец. Новый генетический материал. Даже не пытайся. Ты никогда не сможешь понять мою новую природу. Тяжело признать. Новая структура не поддается осмыслению. Вернусь к работе. Вот именно. Занимайся своим делом. Новый имидж. Отличное достижение. Я думаю, если бы наша Керриган была бы мужчиной, то они бы с Сабатуром составили прекрасную пару, потому что у него такой рот. Ладно. Так, закапывание. Рывик может закапываться. В закопанном состоянии рывика нельзя обнаружить без детектора. В этом состоянии рывик может порождать... Ну, это стандартное. Порождение саранчитов происходит на 20% быстрее. Саранчиты могут атаковать наземные и воздушные цели. Я считаю, вот это надо. Универсальное. Отлично. Так, ну и начнем очередное задание проходить. Время пришло. Высшее существо. С оставшимися главами. Так, я, пожалуй, стай. Возьми сложность. То, что принадлежит им. Определи судьбу всех зергов. Погнали. Загрузка. Такой человек-пчела, какой человек-шмель. Да, человек, зерк-шмель, потому что у него крылышки, так и хочется, чтобы он немножечко пожужжал. Но он слишком тяжелый для этого. Да? Сёма говорит да.
ядра. Червь, извергающий кислоту, которая жжет как огонь. Угу. Глейб огромен. Им движет ярость. Угу. Силван. Вечная мать. Ненасытная. Уничтожающая все на своем пути. Убей их, и ты сможешь управлять всеми зергами. Хорошо. Все они отправили свои стаи атаковать рой. Поэтому сейчас их защита ослаблена. Иша, защищай Левиафан. Я сама справлюсь с главами стай. Ну, в общем, все как обычно. Я сама. Да. Ман... Я да. Позабочусь об этом. Все падут. А что, я взорваться смогу, что ли? Ну-ка. Ой. Офигеть. Взрывается. А она раньше так умела? Уп. Разумеется. Моя королева. Новый вид. Сильный. Может прыгать на большое расстояние. Высокий урон. Я позабочусь об этом. Новая боевая способность. Псионный сдвиг. Быстрый рывок. Хорошая способность. Уничтожение всего живого на пути. Самое время. Прыг-скок в потолок. Разумеется. У нас слишком много болтает. Эта реликвия принадлежала Зелнага. Содержит важную генетическую информацию. Изначальные тараканы помогают. Сражаются со стаей ягдры. Ой, я не тех. Для нас нет преград. Это мой мир. В новом облике можно управлять эссенцией. Лечить себя и других зергов поблизости. Так, давай. Лечи. Давай быстро лечи. Всех вылечила? Что на этот раз? Минск будет страдать. Пощады не будет. Самое время. Kill him all. Блин, неудобно. Помимо того, что на кнопочках 1-2 все это дело зафигачено, а потом приходится еще QWE использовать. Майя. Куда ты пошел? Твоя королева слушает. Разумеется. Мы адаптируемся. Давай, лечи их. Лечи, говорю. Да. А, понял. Говори. Говори да. Тут есть что? Что на этот раз? Для нас нет преград. Я позабочусь об этом. Я же нажал Q. Самое время. Рой, это я. Наша миссия продолжается. Все падут перед роем. Ничего, что я тебе говорю. Мы адаптируемся. Прыгай сюда. Разумеется. Овца какая-то. Время пришло. Гости отправятся, ждет тебя постоянно, друг. Вообще не странно, мы друг, самый главный. Наши войска атакованы. Мышка, пуши, мышка. Для нас нет преград. Я позабочусь об этом. Ну, да. Рой, это я. Что вы тут делаете? Самое время. Рой поглотит все. Твоя королева слушает. Все хилимся.
Ну, давай еще чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Говори. Моя месть свершится. Да. Все падут перед Роем. Врагов ждет смерть. Они... Что на этот раз? Ничего. Это... мой мир. Че, не могу дойти сюда? Да вы прикалываетесь. Отсюда. Наша миссия продолжается. Твоя королева слушает. Думаю, можно допрыгнуть. Еще тараканы. Еще тараканы. Хоть сохранить. Моя месть свершится. Так. Какой ты красивый. Предводительница разбитой стаи! Нет! Ты боишься меня, Ягдра? Ты ведь знал с самого начала, что у тебя нет шансов. Ваша основная проблема в том, что вы болтаете очень много. Мое перевоплощение ничего не изменит. Скоро от тебя останется лишь обугленный скелет. Да, конечно. Пощады не будет. Умри, ничтожество! Не попал. Убить всех до единого. Попал. Эта тварь откладывает яйца. Уничтожьте их. Хватит. Королева слушает. Они сами напросили. Наша миссия продолжается. Минск будет страдать. Врагов ждет смерть. Самое время. Убить всех до единого. Стой на месте! Зачем стоит на месте? Да что ты будешь делать, а? Моя месть вершится. Это мой. Как-то неудобно, да? Время пришло. Умри уже, давай. Закопайся и усни. Так. Минус один. Земляной червяк. Разумеется. Говори. Мы адаптируемся. Самое время. Чего я не могу сюда прыгнуть? Что-то прикалываюсь. Все падут перед Роем. Я позабочусь об этом. Моя месть свершится. Новые зелени из моей стаи. Пардон. Изначальные гидролиски. Благодарствую. Менгск будет страдать. Уничтожьте яйца, пока из них не вылупили зерги. Начните с самых больших. Что на этот раз? Время пришло. Разумеется. Твоя королева слушает. Недостаточно. Минск будет страдать.
Врагов ждет смерть. Я позабочусь об этом. Так, я немножечко не понял, тут где-то еще должен быть, наверное, кусочек. Это мой мир. Кусочек эссенции. Рой, это я. Нет, не могу туда забраться. Туда обратно. Наша миссия продолжается. Бежим обратно. Разумеется. Блин, солнце в глаза светит. Ничего не вижу. Твоя королева слушает. Моя месть свершится. Для. Говори. Я уже все сказал. Время пришло. Гости отправятся. Что на этот раз? Мы Минкск будет страдать. Все. Да. Самое время. Наша миссия продолжается. Недостаточно. Как недостаточно? Врагов ждет смерть. Разумеется. Эй-эй. Для нас нет. Ребятушки. Твоя королева служит. Вручайте королеву. Фей. Что на этот раз? Да. Да. Время пришло. Да. Минкск будет страдать. Моя месть свершится. Я побью, одна останусь. Говори. Я позабочусь об этом. Недостаточно энергии. Да. Так. Моя месть свершится. Твоя королева слушает. Время пришло. Наша миссия продолжается. Что на этот раз? Разумеется. Бей, голопузых. Говори. Моя месть свершится. Самое время. Так. Твоя королева слушает. Моя стая готова к бою. Это мой мир. Для нас нет преград. Правая рука. Сильно кровоточит. Да. Что я могу с этим сделать? Все падут перед Роем. Рой, это я. Я позабочусь об этом. Вот что, ничего наша не миссия делать? Продолжается. Проходимой местности, а тут что, непроходимой местности? Разумеется. Я позабочусь об этом. Что с рукой-то можно сделать? Самое время. Знает кто? Время пришло. Или тут они специально раскидали руки направо и налево. Все падут перед Роем. Это. Что на этот раз? Мы адаптируемся. Минкск будет страдать. Болтает она как незамужняя. Я чувствую твою силу. Мне не жаль будет пролить кровь, чтобы убить тебя. Да что ты говоришь? Тысяча ран, разорванная плоть. Твоя королева слушает. Да.
заплатит счет. Наша миссия продолжается. Они сами напросили. Для нас нет преград. Это мой. Смотрите, твари. Пощады не будет. Стоп. В сравнении с тем, это какой-то более простой. Вот руку я нашел, что там? Что там надо было делать с этой рукой? Рой, это я. Так вот, почему опять все сбросилось, а? Да. Вот она на единичке осталась, а остальные почему-то сбросились в единички. Несправедливо. Время пришло. Мы... Моя стая прибыла. Ой. Она сокрушит твоих врагов. Ты хоть предупреждаешь, что это твои. Самое Нет. время. Да, самое время. Это чья жопа торчит там? Эй! Моя месть свершит. Менгск будет страдать. Это самое главное. Говори. Что на этот раз? Да что ж такое, никуда нельзя прыгнуть-то, а? Я позабочусь об этом. Туда можно прыгнуть? Ну, как скучно. Для нас нет преград. Моя месть свершится. Эти существа взорвутся, как только почувствуют тебя. Твоя королева слушает. Мы адаптируемся. Оба-на. Достаточно энергии. Оба-на. Вот это все. Разумеется. Наши. Говори. Не успел посмотреть, что за ачивка была. Это так. Мой мир. Я позабочусь об этом. Кровосавр льет кислотой. Убей его скорее. Убиваю. Ты стоишь у меня на пути. Рой поглотит все. Да, как-то так. Пощады не будет. Для нас нет преград. Мы адаптируемся. Рой, это я. Ну. Ну прыгай. Самое ты, ешкин кот. Все падут перед ним. Так накопи ее. Это мой мир. Я позабочусь об этом. Разумеется. Наша миссия так. продолжается. Менгск будет страдать. Опять, да? Для нас нет преград. Моя месть свершится. Так, ребятушки, лечимся. Угощаю. Да. Все падут перед Роем. Рой, это я. Так, самое что время. Здесь у нас. Ничего. Разумеется. Гребаный это ничего. Мой мир. Они сами напросили. Я чувствую их страх. Что на этот раз? Так. Что такое? Для нас нет преград.
Наша миссия продолжается. Да куда ты пошла? Все падут перед роем. Мы адаптируемся. Самое время. Это мой. Рой, это я. Ух ты, не пугаешь, еще и... Я позабочусь об этом. Плюется как этот гадюка. Разумеется. Рой поглотит все. Не гадит вообще. Врагов ждет смерть. Они сами напросились. Мы адаптируемся. Я удачно зашел. Я чувствую. Достаточно энергии. Конечно. Для нас нет так. преград. Наша миссия продолжается. Все падут перед роем. Это мой мир. Убегаем, убегаем. А что своего-то не забрали? Рой, это я. Ты стоишь у меня на пути. Разумеется. Я позабочусь об этом. Гусеничку. Сама такая ходит, всех тут это распинывает. Давай. Так. Для нас нет преград. Наша миссия продолжается. Рой, это я. Все падут перед Роем. Уходим, 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 уходим. Это мой. Так, в линию, пожалуйста. Самое время. Все падут перед Роем. Разумеется. Менгск будет страдать. Менгск. Я позабочусь об этом. Хоп. Мы адаптируемся. А, куда, 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 куда? Для нас нет преград. Ребятушки. Рой, это я. А нападать не будет? Что на этот раз? Ну, так бы сразу. Наша миссия продолжается. Ты понимаешь, оставили меня одну. Разумеется. Слабую женщину. Разумеется. Самое время. Сюда все прыгать падут можно, перед нет? Роем. Нельзя. Я позабочусь об этом. Зерусский игольник. Это... Говори. Это говори. Мы адаптируемся. Время пришло. Для нас нет преград. Рой, твоя королева слушает. Твои зерги помогут тебе в битве. Преград. Как много зергов, спасибо. Прям огромное количество. Моя там месть свершится. Не хватало этого количества для ровного счета. Что там? Лань? Убей ее. Убей. Что на этот раз? Охотник, убей ее. Менгск будет страдать. Так, ладно, какие-то озабоченные, по-моему. Ну-ка. Да. О. Твоя королева слушает. Главное не показывать интереса. Ух ты, какая. Какая отвратительная рожа. Все падут. Готовься. Готовлюсь. Как вас много-то, а? Самое время. Я позабочусь об этом. Да куда уж больше-то вас тут прям хоть жопу ешь.
твоя королева слушает. Как все пошло-то, а, получилось? Самое время. Самое время. Убраться, по-моему, вызвать горничную. Время пришло. Еще один время пришло. Зурван. Главы стаи убиты. Их зерги покорны тебе. Да. Ты добилась своего. Да. Ты стала королевой. Да, да, да. Ты зерг. Да, черт побери. Эссенция переполнена силой. Зерга. Я жажду твоей эссенции. Опа. Благодаря тебе. Мы так не договаривались. Стану сильнее. Впервые за тысячелетия. Нет, дружок, не выдумывай. Тебе не надо, ты подавишься. Я костлявая. Ты видишь, какие куриные крылышки. А я все ждала, когда ты вступишь в игру. Большие лапы. Чтобы конечно покрепче обнять меня? Зерг. Один из нас будет поглощен и станет частью большей силы. Окей. Это наследие зергов. Все падут вперед. Да. Минск. Бежи, бежи, бежи. Что на это? Выживает только сильнейший. Они познают гнев Роя. Где у него хупер? А, он. Давайте, ребята, давайте. А, бежим, бежим, бежим. Лечимся, лечимся. Сдохни. Куда ты морду свою? Пацаны. Ух. Зерг Шмелле повержен. Ой, она ему лицо порвала. Давайте соберемся и обнимемся. Зерус мощь. Иша, приготовь Левиафан. Настало время вернуться в сектор Капрулу. Настало время. У меня уже 30 уровень, оказывается. Ну... Мы проходим ради прохождения, а не ради чего-то там. В любом случае, я. И мы убили этого зерга Шмелле. Моя королева, после превращения твои способности изменились. Ты можешь узнать об изменениях, зайдя в личные покои. Об этом мы узнаем в следующей серии.